Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня приготовим очень вкусную, хрустящую и ароматную картошечку, которая никого не оставит равнодушными. Очищенный картофель разрезаем пополам и еще пополам, чтобы у нас получились вот такие дольки. К картофелю добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла, можно оливкового. Я сегодня добавлю льняного масла. Здесь уже на ваше усмотрение. И все хорошо перемешаем. Чтобы у нас масло распределилось по всему картофелю. Далее нам понадобятся панировочные сухари. Панировочные сухари лучше брать крупного помола, потому что мелкого помола сразу начнут гореть. Добавляем к ним соль. Здесь примерно у меня 1 чайная ложечка. Черный молотый перец. И приправа, также 1 чайная ложечка хмели-сунели. Здесь можно добавлять любые специи по вашему усмотрению. И 2 чайные ложечки сладкой молотой паприки. Все хорошо перемешиваем и отправляем нашу смесь к картофелю. И перемешиваем. Лист для запекания нашего картофеля застилаем пергаментной бумагой и выкладываем картофель. Выпекаем его при температуре 180-200 градусов примерно 40 минут до готовности. Пока готовится наш картофель, подготовим соус. Мелко рубим укроп. Через пресс пропускаем пару зубчиков чеснока. И соединяем с укропом. И здесь же на мелкой терочке натираем буквально четвертинку свежего огурца. Если огурца нет, то можно обойтись и без него. Добавляем сметану либо майонез. Я сделаю 1:1. Добавлю ложку столовой сметаны и столовую ложку майонеза. Все перемешиваем. Пробуем на соль. И соус готов. Такой соус очень хорошо сочетается с такой картошечкой. И ваши близкие обязательно оценят это блюдо. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!